Как играть на сопели? Урок первый. Для начала определимся, как правильно брать флейту. Берем флейту левой рукой. Здесь большим пальцем. Указательный, средний, безымянный. Правой рукой. Указательный, средний, безымянный. Пальцы мы ставим не вот так, как все многие думают, что играть на флейте нужно вот так поставить. Нет, плашмя. Вот они, вот так вот. Пальцы расслаблены, но в то же время плотно закрывают игровые отверстия. Попробуем извлечь первый звук. Все закрытые отверстия, нота ре. Когда мы дуем во флейту, мы стараемся не закрывать вот эту щель губами, просто подносим ее к рту. Нижняя губа у нас немножечко назад отходит. Вот. Если первый звук у нас не получается, то есть какой-то шип идет или нота нестабильная, вот так, например. То есть это у нас значит, какой-то палец пропускает. Пробуем вот так вот, смотрим, пропускает, не пропускает. Если у нас пропускает палец, тогда мы методом исключения начинаем искать. То есть открыли все отверстия, придерживаем флейту мизинцами и правым указательным. Вот. Итак, звук у нас есть, нижняя ре. Теперь пробуем открыть один палец снизу, это у нас будет нота ми. Следующая нота у нас фа диез. Следующая соль. Мизинец ставим уже на флейту, чтобы он придерживал ее. Следующая нота ля. Указательный тоже встает на флейту. Начинает ее по касательной придерживать. Следующая нота си. И последняя открытая нота у нас это до диез. И теперь вниз постепенно спускаемся. Это первое упражнение, называется гамма. Мы его можем постепенно наращивать темп и беглость пальцев. Воздух стараемся набирать животом, то есть когда мы вдыхаем, мы раздуваем живот, дышим полным объемом. Мощное такое дыхание. Первое домашнее задание – играть гамму.